Министр национальной экономики предложил в стране, не полностью охваченной интернетом, сдавать документы в электронном виде. Вопрос связан с законом о новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности. Отчетность предпринимателей с 2023 года должна вестись только в электронном виде. Таково предложение министерства. Депутаты, недовольные нововведением, поручили внести поправку к рассмотрению закона во втором чтении. Вы заранее ставите предпринимателей страны в такие условия, когда, не обеспечив доступность качества интернета, не научив работать с цифровыми документами, вы уже предусмотрели в отраслевых законах ответственность за неисполнение требований всех информационных регуляторных инструментов. Но если вы такие требования закладываете, вы тогда к предпринимателям, ну тогда вы и к себе заложите, пожалуйста, высокие требования.